Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что такое CRM и как она помогает в продажах. CRM – это программное обеспечение, а фактически многофункциональная база данных, где хранятся все сведения о каждом вашем клиенте, как имеющемся, так и потенциальном. Масса дополнительных возможностей делает CRM палочкой-выручалочкой любого успешного менеджера, не позволяя ему забыть о важном и оставить какого-либо клиента без внимания. При правильной настройке эта система способна здорово облегчить жизнь продавца. CRM-система призвана решить три основные задачи. Собрать все контакты в одном месте. Плохо, когда данные о лидах записаны в вашем блокноте. Информация о клиентах за прошлую неделю в зеленой тетрадке, а о клиентах за прошлый месяц никто уже и не помнит. Клиентская база – это ценность, о которой нельзя забывать. Предоставить максимально полную и полезную информацию о любом занесенном в нее контакте. Вы в любой момент можете узнать, о чем договорились с клиентом при последнем звонке. Это удобно. Вы всегда можете помочь собеседнику освежить договоренности, облегчить составление отчетов. CRM позволяет составлять отчет по тем параметрам, какие вам нужны. Кроме тех позиций, что предлагаются по умолчанию, можно сконструировать собственные запросы и получать только интересующие вас сведения. Правильно составленный отчет CRM позволит менеджеру оценить свою эффективность и найти проблемные места, определить, на какой стадии возникают проблемы с клиентом. Зная такие детали, можно сосредоточить в будущем свои усилия именно на проблемной стадии продаж. Как же все-таки CRM помогает в продажах? Зачем нужно заполнять данные о клиенте? Вы же и так все прекрасно помните. Зачем нужны напоминания? Какой от них толк? Разберемся подробнее. Идеальный справочник менеджера. Вы не можете помнить абсолютно все о своих рабочих контактах. Это физически невозможно. CRM разработана для того, чтобы вам и не приходилось помнить все. За вас это сделает специальная программа. Вы можете запланировать при помощи CRM массу важных дел. Встречи, звонки, отправку коммерческих предложений, автоматическую адресную e-mail-рассылку и так далее. CRM напомнит о каждом событии, что есть в ее памяти. Вам остается только заносить предстоящие мероприятия сразу же, как только определились с их датами. Приведу пример. Однажды в CRM-системе одной компании сработало напоминание, что клиент, с которым был разговор 3 недели назад, собирался заключить с ними договор после своего возвращения из командировки. Напоминание подсказало, что как раз сегодня клиент вернулся и можно ему позвонить. Звонок менеджера оказался к месту. Клиент не передумал, договор был подписан. Создание полноценной базы данных. CRM хранит массу полезной информации, но самое главное, что все это собрано в одном месте. Больше не нужно вести записи в одном блокноте, перекидывая в него информацию о паре поступивших звонков, забывая о возможно новом клиенте или теряя все в бардаке на рабочем столе. CRM в любой момент выдаст о любом клиенте контактную информацию, телефон, e-mail, имя, отчество, сведения о покупках, заказах услуг в вашей компании, данные об интересах клиента по другим предложениям компании, мнение клиента о ценовой политике компании и многое другое. Ценнейшая база данных, пополняемая всеми сотрудниками отдела продаж, работает исключительно на пользу компании. Очередной пример. Однажды в компании случилось затишье в плане клиентов. Помогло использование CRM. Просматривая данные о своих клиентах и фильтруя по давности последнего контакта, менеджер компании заметил, что, судя по записи, один из его контактов в первом телефонном разговоре интересовался услугами компании по продвижению сайта. Однако посчитал их на тот момент чересчур дорогими. Менеджер позвонил клиенту и сообщил, что как раз сейчас проводится акция, и интересующими клиента услугами можно воспользоваться по более низкой цене. Предложение клиенту понравилось. Соглашение было достигнуто. Повышение лояльности существующих клиентов.
CRM ориентирует компанию на индивидуальную работу с каждым клиентом. С помощью CRM менеджер может проследить работу с каждым клиентом буквально от первого и до последнего звонка или встречи, понять предпочтения клиента по продуктам компании, вовремя предлагать клиенту необходимые для его бизнеса сведения о продукте и услугах компании, учитывать пожелания клиента по вопросам сотрудничества, всегда помнить о необходимости позвонить клиенту и напомнить о достигнутых договоренностях и встречах, и многое другое. Досконально пополняя в базу любую важную информацию о собеседнике, менеджер в итоге получает цельную картину о клиенте, его потребностях и ожиданиях. И, конечно, такие сведения позволяют продавать больше. Приведу пример. В одной компании, активно использующей CRM, менеджер удачно завершил сделку, заключил договор на создание сайта для крупного клиента. CRM была настроена таким образом, что через определенное время по завершении подобных сделок по разработке сайтов система автоматически направляет клиенту письмо с предложением сопутствующих услуг. Через 3 месяца после этой сделки клиент получил e-mail с предложением о дальнейшем сотрудничестве в плане продвижения сайта. После этого клиент сам позвонил в компанию, и сотрудничество с ним было продолжено. Подконтрольность. Сколько клиентов в прошлом месяце привел менеджер Сергеев? А сколько звонков обработала менеджер Петрова? CRM знает все. И в любой момент можно проследить работу по любому контакту. С помощью CRM можно контролировать свои действия по каждому клиенту, составлять ежемесячные, еженедельные, ежеквартальные или иные отчеты, составлять напоминания по любому поводу, вести запись контакта одновременно с разговором, звонить и принимать входящие вызовы непосредственно из CRM, с записью данных о звонке и многое другое. Если есть какие-то недоработки или недочеты, система поможет определить их наличие и вовремя предупредить обо всех нюансах. Приведу пример. В одной из компаний, с которой мне приходилось сотрудничать, была проблема с отсутствием круглосуточного телефона менеджера по работе с клиентами. В отдел продаж компании звонили из разных регионов России, соответственно, из разных часовых поясов. Поэтому в ночное время по Москве звонки клиентов компании пропускались. Соответственно, часть клиентов оставалась без связи с отделом продаж. После того, как они стали использовать CRM, эта проблема исчезла. Система фиксировала входящие звонки, и даже если они оставались без ответа, менеджер мог по приходу на работу посмотреть пропущенные вызовы и перезвонить тем абонентам. Статистика продаж после этого стала выглядеть значительно лучше. Ну и напоследок, несколько правил, о которых важно помнить при использовании CRM. Не воспринимайте CRM как обузу, дополнительную ненужную работу или то, от чего можно уклониться. CRM – это ваш помощник, ничего не забывающий и знающий абсолютно все про каждый ваш контакт. Не забывайте заносить все получаемые данные в CRM. Только при выполнении этого условия вы сможете рассчитывать на 100% отдачу и пользу от системы. Пользуйтесь дополнительными возможностями, напоминаниями о встречах и звонках, возможностью отправки коммерческих предложений и писем, звонков из системы. Так потенциал CRM будет использоваться по максимуму. Систематизация, контроль и суперпамять – вот что дает вам CRM. Не забывайте пользоваться этой системой, и ваши результаты будут еще более впечатляющие.